Всем привет! Ку. Ку. То есть Кубышкин. Я сегодня всех поздравляю с праздником. Сегодня праздник Маковея. Это когда берутся пучки и идут святить люди в церковь. Получается, в пучок составляется с цветов, мака, пшеницы и всего такого. Раньше я очень, ну как бы, часто я каждый год ходила в церковь. Но это было до замужества, у меня не так было много всяких забот, как сейчас. Так что всех поздравляем с праздником с этим. А еще сегодня у нас будет гость. Вы уже его все знаете. Это Саша. Кость, ты куда полез? Кость, ты чего туда залез? Да, будет гость Саша. Вот он. Привет, тебя спали. Привет, Саша. Да, как твои дела? Нормально. Привет, привет, Даша. Как твои дела? Хорошо. Хорошо. А это Аня. Аня, ну, дома, кстати, она готовит. Ты видела? На блинчики готовит. Да, Сашки, я видела на канале видео, как Аня готовит кушать. Это у меня немного бывает. Так что Саша у нас тоже занимается блогерством. И ссылочку на его канал я оставлю ниже под видео. Отлично. Прикрой, Саша, дверь, потому что жарко. Не, эту, другую. Да, Джета забежит тебя, грызет. Даша тут себе кучу делала. Понаматывала всяких этих. Да, день причесок. Катя мне сегодня приходила, прическу делала. Да? Да, ну, это уже то, что от нее осталось. Да, не от Кати, а от прически. Кстати, я вижу у тебя новый телефон, прикольно, я тебя поздравляю, что ты себе купил телефон. И теперь, кажется, кто-то будет побольше снимать видео, да? Кто это? Что, да, конечно. А, ну да, такой стоит, смотри, довольный, или какой. А мы сейчас собираемся идти на пляж. Да. Потому как жарко, ужасно. Ужасно, ужасно. Даша одела купальник и даже хочет купаться. Я предлагала Кате, Настя не звонила, но Катя говорит, я на массаж, наверное, я не поеду. Может, Настя сейчас поедет? Ну, а Настя, да, я не знаю, может позвонить еще ей, но Настя за рулем, поэтому, наверное, вряд ли. Куда? Да, они там по делам, короче. Думала, чтобы девчонки с нами пошли раков половить. Саша, вот это мне так нравится, пошкрябанное. Где это так? Не бережешь ты вообще глаза свои. А? Причем тут глаза? Ты на тренировке это делал. Ну, не знаю, вечно то феник, то еще что-то. Ну, да. А тебе нос не перебивали? Нос не сломал. Не? Блин. Я хотела сказать, жаль, шучу. Ой, да, все, а да, я все. Дашка. Можно с собой взять, у меня есть поплавок. Зачем? И леску. А зачем это? Ну, рядом удочку закинуть, Даша будет там рыбу ловить. Кость, ты знаешь, как бы я не хотела, но видно, что у тебя опять погнала аллергия. Я не могу просто об этом говорить, ну, не говорить. Костя меня просил, чтобы я не говорила о том, что у него опять аллергия. Он не любит показываться с аллергией, но она есть. Факт есть факт. Даша, что это? Деловая такая. Ну, Костя, ты не находишь, что Даша у нас как-то сейчас стоит такая, аж повзрослела? Да, еще советую взять с собой кепочки. Даша взяла кепочек. Она взяла с собой. Меня с собой. А, волосы типа, да? Кость, не бери. Бери, зайка, бери. Я шучу. Ну что, все готовы? Саша, а что ты шампура вытянул? Это из-за мяса. Из-за мяса. Ну да, что теперь делать? Не брать их? Да, проштрикни мне лоток. Даша? Что, Даша? Бери, пусть шампура. Не, куда она? Она тоже с рюкзаком. Как раз с Сашей помещается, все отлично. Котик, не забудь этот телефон. Ты зачем побежал? Даша кошелек взяла, Кость. Ой, он побежал и эти шорты на ходу снимает. Да, забыл. Взяла? Да, она взяла. Два камеры взяла? Да. Белый, черный? Да. Оранжевый. Какой оранжевый? Ага, слышишь, издеваешься, да? А, ты шортики переодел, да? Кость, а что ж такое? Я никак вас не могу собрать. Я собрала. Собрали, стоит, снимает. Ну а что? Такая у меня работа. Мы уже вышли из дому. Взяли шампура. Взяли шампура. Без мяса. Без мяса. Мясо оставили. Будем
будем жарить воду. Песок. Короче, хотим зайти еще в магазин и взять арбуз. Большой какой-то арбуз. Кстати, знаешь, как отличать? Арбуз хороший, как? Вкусный. Наверное, мальчик. По звуку. По звуку, по этому самому. Там мальчик, девочка. Не знаю. Да, я знаю. Ничего себе. Ну, покажешь. Девочки вкуснее. Да? Но девочки же лучше. Там сухой это. Я не хотела ни в коем случае обидеть мальчиков в этот момент. Ну, короче, выберем. Арбуз возьмем, водички, помидорку и поехали. И все. Жара ужасная. Ну, кстати, немного ближе к вечеру жара, да. Подсбавило вот это солнце. Ужасное просто. Короче, мы с Костей договорились. Он хоть и не хотел, упирался, но мы пойдем с ним в поликлинику и сдадим анализ. Я не упирался, я говорю наоборот, что пойдем. Да? Будем в поликлинику. Согласен, согласен, согласен. Пойдем в поликлинику и узнаем, что это, на что это уже аллергия. Да, это уже совсем не смешно. Просто вы скажете, почему мы сразу не пошли? Мы уже когда-то были, Костя был в больнице. Помнишь, ты был с этой аллергией? Сказали, обычно крапивница. Все. Да. Ну и анализы. Говорит, анализы вам сдавать не надо. Сказали, пропейте таблетки. Это было, кстати, перед днем рождения. Мы зашли, купили арбуз. Дыньку там в пакете. И идем теперь к пляжу. Жарко так, капец. Короче, идем мы на пляж. И шел, знаете, как говорят, второй час. Я чувствую себя уже немного злой. Словила себя на мысли, на то, что мы ходим, наверное, уже час, и мы не можем никуда никак дойти. Костя, наверное, хочет, чтобы мы с этого обрыва спускались. Ну, по-моему, это глупо. Мы зашли, тут люди какие-то живут вообще. По-моему, это бред. Я подозреваю, что сейчас мы будем возвращаться назад. Единственное, что могу вам сказать, дорогие мои, что вид здесь действительно прекрасный. Не зря мы сюда поднялись. Вид здесь очень красивый. И даже воздух такой, знаете, водой тянет. Там еще люди хотели идти за нами, короче. Тоже после рыбалки. Но они не рискнули спускаться вот этой дорогой. Да. Я уже порычалась с Костей немного. Потому что тяжелая дорога какая-то. Не совсем безопасная дорога, да. Капец. О, ягоды, вода. Ну, не знаю, природа красивая. Экстремальная, правда, дорожка. Да, Кость, это реально какая-то экстремальная дорога. Я тебе серьезно говорю. Это жесть. Что там? У тебя рука есть? Шампуром. Это я тебя шампуром? Вау, я Сашу коцнула шампуриком. Кишка не лезет? Нет? Смотри, кровь. Кровь. Прикинь, сейчас ты начинаешь терять сознание. Ё-моё. Не надо еще тебя нести. Не коси, Саша, и так жарко. Шучу. Красота-то какая. Супер. Смотрите, какое красивое дерево, дуб. О, как клещи. Даша, отойди. Смотрите, сколько на нем этих аж ветви, желудей. Прям... Кость, посмотри, густой, у него аж ветки понаклонялись. Очень классный вообще. Почему? Густой лист, видишь? Да. Они жару не вывозят, а они в теньке ныкают. А. Не знаю, ну там очень красиво. Тут такой прям все наклон. Ну красивый, я такого, кстати, не видела. Ну, дуба, он такой лесной, прям ветки такие большие. Собака, привет, собака. Привет, собака, собака, собака. Костя говорит, что мы уже пришли. Тенек есть и камни. Тенек и камни. Конечно. Норм? Ух ты. Да норм. Чего уже? Не, мне не норм, я люблю купаться. Ну так, как-то. Мангал можно вот здесь. В камнях? Да. Обложить, ну, камни маленькие есть, пособирать маленькие камни вокруг. Правильно? Угу. Насыпать туда угля, сейчас нарубаем чего-нибудь. Вон там деревья. Короче, понятно. А там мелко сразу, чтобы малой зайти в воду. Да. Ну, будем смотреть.
Костя нашел где-то дрова рубить. Кость! Я полез за хвостом. А там сухие ветки. Так смотри, не упади, слушай. Ты Тарзан? Маугли? Опасненько. Костя, а что ты хочешь нарубить? Что? Так куда ты лезешь? Боже. Куда вылетел? Что? Окей. Докинешь? Давай только не в камеру. Короче, я тут сделал вывод, что я больной, потому что здесь реально опасно. Ну так, а я тебе что говорил? Вот туда и бросай. Саша, ты уже побрел, да? Да. Что? Что это? Гильза? Да. Ого. А, здесь же очень много уточек. Их это стреляют, наверное, да? Жалко. Я не люблю такое, честно. Мы вот говорим, что мы пришли раков ловить, но мы пришли чисто отдохнуть возле воды. Я вам честно скажу. Мы даже ничего не брали, ни маски, ни ласты, ничего для этого. Просто, ну, прийти немного побыть. Ку-ку, Китюнечка. Короче, я пошел все вокруг. О, вот ты такой дрова нашел. Нету хвороста, это я залез на дерево, которое молния ударила. Там, я поняла. Короче, и зато не... Саня нашел гильзу, прикинь, вот. Ну как-то, ну зачем вот... Да, зачем, блин, их убивать, мне жалко. Мы на раков пришли без маски, без ласт, без ничего. Чисто, чтобы просто, ну, отдохнуть возле воды. Ну что, подходит наш отдых на реке уже к концу. Даш, как тебе, понравилось? Очень. Ой, деловая такая. Ну классно, реально классно. Мне тоже очень нравится. Закат, ребята. Это да. Таким нас мало там не увидишь. Закат реально классный. Очень мне нравится. Мам, очень. Посмотри на закат. Китюнечка, ты уже все? Одеваешься? Мам, посмотри в очках на закат. Да? Вин прикольный в очках. Такой. Ух ты, красный. Реально в очках вообще бомба. Будем идти домой уже. Предложили Саше посмотреть закат в очках. Вообще он напялил двое. Так смотри, давай я через камеру посмотришь. Ну давай. Попробую. Смотри, видно всем? Как да, красиво. Красиво, кстати. Вот тоже. Ладно. Ладно. А через еще одни. Через эти? Тоже видно классно. Прикол. Фу, были мы вот там. Вот там. Вот там. А сейчас мы. Остали туда. Мы сейчас. Вот здесь. А мне сама легче было забирать. Такая вроде бы горка небольшая. Но на самом деле. Да, задышечка, Саша. Иди. Ух ты, гад. Я спортсмен. Я спортсменка. Мне сама легче всего было забирать. Издевается. Я вообще легко забрала. Мы уже дома, уставшие, капец. Я не знаю, так находились. Но я в баню.
Зато красоты насмотрелись. Что ребята тут в телефонах зависают. Ты реально сильно расстроен? Mm. Саня расстроен, потому что коцнул телефон свой. Немножко. Я расстроен. Да понятно, потому что жалко, телефон дорогой, он так его хотел. И... Ну ничего, не расстраивайся. Дину, дай дверь сюда. Бинуля, ну встань. Вставай. Бинусь. Не, ну ты посмотри на его взгляд вообще, ну. Бину, вставай, говорю. Вставай, дверь закрой. Недовольный такой, когда пошел.